Пельмешки по-верховски. Автор Владимир Калин. Правильно. А ребята там чем-то балуются. Видосики смотрят. Пока. Да. Водичку на, водичку. Куда, сюда? Сюда? Не, не останавливайся, не останавливайся. Подпитка. А ты знаешь, кого похож? На Бенни Хилла. А у нас желтенький, розовенький, блин, мальчик. Розовенький. Прости. Ты что-то нашел? Все нашел? Все, ты лучший искатель. Надо, грузи, да, работа. Кормить когда? Да. Ребята, кому хочется горячий чай тут? Вот смотрите, видите, не горят поляшки. Это, которые мы пилили осенью. Они нифига не горят. Не иду, нормально все горит. Ставь. А что звук-то такой? Ну вот такой звук, как у самолета, давай. Такая вот у нас. Печка, да? Да. Вот, видишь, у нас что-то другое уже, да? Да у нас все время все по-разному. Вот еще. Тихо, оставь. Это лучок. Его вот этот чувачок порезал. А вон Андрюха, блин, мясо хочет есть сырое. Да. Мясо, да. Мясо есть? Да. Нифига, мы еще будем есть мясо. Андрюш, на ножом-то почикай его. Да, почикай. Не доверяйте? Не, почитай. По-хорошему, порежу. Потому что если бы не еда, мы бы уже без голоду. Если бы не Андрюха, само собой. Если бы он не просил, так никто бы не просил. Андрюха ведь мог бы приехать к нам в гости, да? Собака-то у него вроде бы сейчас на ходу. Я без рук, да? Вот все спрашивают, как у вас так все вкусно получается? Вот а так. Потому что тушенка добавляется в пассированную морковку с луком, блин. Фассировочная морковка. И еще тушенка добавляется. И еще одна тушенка. Надо брать обязательно две разных тушенки. Одна она... Один сорт, да, не пойдет. Не пойдет, надо два разносортные сами. Вот, все. Одна с мясом, вторая тоже с мясом. Ну, нам сказали. Вкусняшка продолжается. Потом это все жахнется, просто жахнется вот сюда. Воду никогда не сливайте. Не сливайте с макарон воду. И варить макароны в малом количестве воды. Да, и все, и у вас будет, как говорит Костя, писечка будет. Костя, из тебя тут все писечка. Писечка будет, блин, ох, какая. Да, это был смурдяк. И он сегодня такой написал, я, блин, завидую. Да, я ему звоню, не завидуй. Костя, все нормально. Костя, ты еще здесь будешь неоднократно. Костя, дома такой вопрос приготовь, да? Да. Еще неоднократно будет, Костя, поехали. Костя, а сейчас будет писечка. Если кто не знает... Кто-то отдыхает. И это не ругайтесь, это просто... Последний писк кулинарии. Вкусняшка. Ой, вообще все живое, как червячки. Опарыши, да. С мотылем. Мотыль сварился. Опарыш набух. Но не хвостатый. Сбрасывание выигрывают профессионалы. Хоп! Погода.
А мне-то оставьте! На тебе, на! Вот так вот, блин. Это называется пельмешки без спешки. Открывай. Это самое. Ха-ха-ха-ха, червячки. Так, первую на взятку и все сюда. Игра в карты продолжалась третий час. Это шмель полный. Пьяный шмель. Пьяный? Да тут пьяных нет никого. Блин, Вова, ты пьяный? Вообще трезвый, вообще. Андрюха пьяный шмель. Начнем с того, что мы вообще не пьем. Смотри, режет прямо на голом столе, блин. И не без одиной, блядь. Да, нет, да. А Мишка вообще танцует, танцует. Вообще танцы, танцы на воде. А я похож? Меня видно? Нет? Нет. Снимай. Знаете, пожалуйста. Танцы на воде. Еще картошку надо. Мяу. Мяу. Подожди сюда, картошку. Заготовим. Мы сюда приезжаем и закидываем в две руки. Просто кушать. Да, да. Кулинарный беспредел. Forever! Навсегда. Комментируй. День сегодня прошел просто на ура. Больше мы, конечно, просидели в лесу. И чинили собаку. И чинили собаку. Причем все время одну. Толик, твоя собака устала стоять в сарае. Ее надо почаще выгонять, блин. Я еще модуль. Костя, тебе большой привет. И спасибо за собаку. Ты здесь будешь. Собачка бегает, спасибо. Собачка бежит твоя вообще великолепно пока. Ту-ту-ту. Господи, по дереву, блин. Продолжаем резать капусту и все остальное, блин. Я бы мог внести небольшую коррективу. Коррективу. Мы провели весь день на льду. В отсутствии Жени на, снег, на снегу. На снегу. Нам было тоже тяжело, но все равно в палатке. Но Евгений у нас сегодня. Женя был интим собакой. Интим собакой просто весь день. Нам, нам можно. Чесночок. Это чесночок. Нам можно. Мне не надо звонить. И не надо врать. Если сыр надоест, то есть куда бежать. Подожди, лучше подожди уже. Я сейчас поставлю члены снима под жопу. Вау! О, дивай. Это главный мой плюс. Я на это кино не куплю. Переделать тебя. Вова! Я не стремлюсь. Я тебя не люблю. Это я так решил. Я не люблю. Так лучше, что я. Я не люблю.